Приветствую вас, дорогие друзья, вы на канале Первый Караван. И сегодня у нас необычный гость в нашей программе. Это автодом, и не простой, а треххвостный автодом на базе автомобиля Fiat. Называется он Euro Mobile Integra. Автодом у нас комфорт-класса, там вмещается 6 человек. Много всего есть, прям все, что можно сюда упихнули. Ну и давайте обо всем по порядку. Сам обзор, поехали! Пару слов про сам автомобиль. Это дизельный автомобиль с автоматической коробкой передач. Он на самом деле такого среднего комфорт-класса, то есть здесь у нас электроподъемники, подогревы сидений, кондиционер, все это имеется, в принципе, как в современном автомобиле. Но это на самом деле все не очень интересно, потому что интересен сам автодом. Внешний вид здесь у нас что-то сродни между прицепом и автобусом. Снизу радиаторная решетка, большое лобовое стекло. Это не Альков, это не полуинтеграл. Это у нас такой цельнометаллический именно автобус. Поэтому его конструкция, она более надежная, чем вышеупомянутый вариант. Ну, само собой, зеркала заднего вида. Отдельный ход для водителя. Здесь у нас есть горловина под дизельное топливо. Так как я сказал, он у нас ездит на дизеле. Ну и рядышком уже привычные сеть 220, чтобы запитать именно жилой модуль. Ниже у нас места для хранения. Здесь у нас слив воды идет, горячий, холодный. Трубка для серой воды. Ну и вот, как вы видите, идут радиаторные трубы от отопления. Отопление, кстати говоря, здесь у нас Альде, то есть жидкостное отопление. Работает и от электричества, и от газа. Здесь у нас заливная горловина для бака. Здесь бак у нас, кстати говоря, очень и очень большой. Он аж на 100 литров. Далее идут дополнительные функции. Мы видим с вами уличный душ. То есть можно помыться прямо на улице. И это у нас штатно с завода установлена такая опция. Здесь у нас места под газовые баллоны. Всего два баллона здесь у нас помещается. Сразу в комплекте идет Dual Control от фирмы Truma. То есть сразу два баллона у нас можно запитать. И шланги тоже необычные. Они у нас не разрывные. То есть более безопасные, чем самые стандартные шланги. То есть уже у нас на всех этапах у этого автомобиля есть какое-то доп. Оборудование. Ну, само собой, обращаем внимание, что задняя ось у нас две их штуки, то есть прицеп автомобиль трехосный. Ну и в задней части находится огромный отсек для хранения. Здесь мы можем что-то тяжелое складывать, что-то габаритное. Здесь у нас идут решетки от радиаторов. И этот отсек у нас сквозной, то есть мы можем его открыть с этой стороны, а можем с другой, соответственно. Здесь вот есть такие приятные мелочи, как противооткаты, есть дополнительная палка для маркизы, если вдруг электрически не получилось ее открыть. Есть такой вот фонарик комплектный, и зарядочка для него сразу 12 вольт здесь. Ну и в целом все, есть специальные рейлинги для того, чтобы можно закрепить какое-то оборудование, либо какую-то тяжелую вещь, допустим, можно квадроцикл небольшой поставить, все это можно будет здесь закрепить. Тут у нас уже заготовка под ТВ, то есть 220 розетка, 12 вольт и вход и выход телевизионной антенны. Как вы видите, у нас есть маркиза от фирмы Thule, модель Omnister, маркиза автоматическая, то есть открывается и закрывается с помощью пульта. По длине это, по-моему, если не ошибаюсь, 5-метровая модель. Далее здесь все привычно. Биотуалет Тетфорд, кассета
моделью C200. Решетки для вентиляции холодильника. Он здесь довольно объемный. Далее подключение к газовому оборудованию. Сразу можно подключить газовый гриль, который будет записываться от штатных баллонов. Здесь у нас отсек для хранения дополнительный. Вообще, мест для хранения, конечно, в нем очень много скрытых мест, об этом дальше еще поговорим. Здесь у нас выхлопная система от отопления Альды, тоже все привычно. Ну и все, кабина водителя, окна в переднюю зону отдыха, это все очень интересно, давайте зайдем внутрь. А вход внутрь, ну, кстати говоря, тоже очень и очень комфортный. Итак, начнем с передней части. Ну вот, место водителя. Само собой, сиденья в таких моделях у нас поворотные, чтобы можно было получить более объемную зону. Здесь же у нас есть, конечно же, карта. И, что самое удобное, это, конечно, камера заднего вида. Потому что при парковке такого большого монстра она необходима. Сиденья у нас поворачиваются, между прочим, оба. Не только водительское, но и пассажирское. И получается у нас вот такая вот огромная обеденная зона. Я не знаю, сколько здесь мест вмещается. Наверное, человек 8 здесь может вместиться. Ну и само собой, скорее всего, здесь можно разложить спальное место. Но это, кстати говоря, не единственное спальное место. Есть еще наверху. Оно опускается. И опускается оно не в ручном формате, а в автоматическом. На пульте управления у нас есть специальная кнопка. И вот, легким движением руки наша кровать опускается вместо водительских кресел. Мы их не складывали, поэтому до конца кровать опускать не будем, но туда у нас может поместиться 2 человека. Далее, в этой зоне у нас, конечно же, имеется множество мест для хранения, привычных, кстати говоря, для каравана, такие вот ящички. Есть места для хранения под самими диванами, это уже как бы на более долгую стоянку, и есть еще скрытые места для хранения внизу в полу. Панель управления у нас находится так же, как и у всех автодомов, над дверью. Правда, здесь это эстетически красиво сделано. Она скрыта. Мы поднимаем нашу крышку. И вот здесь у нас все расположено. Ну, начнем, конечно же, с отопления Альды. Тут ничего нового. Можно и от газа, можно от электричества. Выбирайте сами. По соседству у нас панель управления жилой кабиной. Здесь, конечно же, включение массы, то есть включение питания жилой кабины. Вольтаж аккумулятора, уровень бака, включение света, включение-выключение именно 12 вольт, ну и, конечно, включение водяного насоса. Вот эти вещи у нас отвечают, как видели, одна за нашу электрокровать. Ну, а вторая кнопка, это у нас кнопка опускания солнцезащитной шторки. Находится это, конечно же, на фронтальном окне. Делается тоже все автоматически, вот как вы видите. Медленно, но верно у нас закрывается наше лобовое стекло. Не знаю, удобно это или нет, но, конечно, функция очень и очень крутая. И рядышком есть у нас подогрев наших баллонов. То есть, помимо того, что у нас стоит там dual control, эти баллоны у нас будут прогреваться, что очень полезно именно в зимнее время. Я думаю, владельцы такого аппарата точно будут отдыхать в зимнее время. Конечно, все выполнено в современном дизайне. Как вы видите, здесь у нас скрытые системы хранения. Здесь у нас можно сложить элементы бара. Такие есть мягкие ручки, есть под жесткие стаканы. Снизу все это, конечно, закрывается, чтобы в дороге не упало. Еще одно место скрытое для хранения. Сюда можно, даже не знаю, что сюда складывать, но выглядит очень и очень круто. Диодная лента для ручки, чтобы в темноте могли ее увидеть. Электроступенька, ну и включение-выключение света. Светильнички, кстати говоря, везде одинаково красивые. Здесь у нас еще есть вот такие места, тоже скрытые. И с другой стороны тоже. Говорил, в таком автодоме очень и очень много мест для хранения. Это лишь малая их часть. И здесь же у нас начинает потихонечку наше оборудование, именно кухонное. Во-первых, у нас здесь есть гриль, работающий от газа. Очень полезная вещь в дороге. Ну и, конечно, холодильник. Холодильник двухкамерный. Отдельная камера у нас на морозилку, отдельная на холодильник. Ну, а в целом это все тот же привычный Дометик. Здесь, я не знаю, около 150 литров. Здесь же по центру находится вентилятор-вытяжка, работающая в обе стороны, то есть на вдув и на выдув. И помимо нее у нас здесь есть еще одна вытяжка, но уже непосредственно над рабочей поверхностью. То есть прямо как дома. Слышите, шумит она довольно хорошо, соответственно, работает тоже. 3 газовые конфорки. Это такой вот все из стеклянного материала сделано. Очень стильно выглядит, но выглядит, конечно же, очень хрупко. Да и сама столешница сделана как будто из материала, на котором можно сразу нарезать. Такая вот дощечатая панель.
очень красивой, необычной формы раковина и такой вот удобный кран, чтобы мыть посуду. Действительно, как дома. Ну и тут, конечно же, дизайн тоже очень крутой. Такая вот подсветка сбоку. Черные элементы. Здесь, как всегда, места для хранения. И есть еще одна очень крутая функция. Автоматическая подача кофе в машины. Сразу в комплекте шла капсульная кофемашина. И вот спрятана она вот в этой нише. Можно, конечно же, ее не доставать. Можно просто открыть дверку и получить к ней доступ. Но это не так круто, не так красиво. В общем, кухня очень функциональная. Очень много мест для хранения. Вы видите, здесь вот очень глубокая. Есть специальные досточки для нашей необычной раковины. Так вот они составляются. Все это сделано в едином стиле, в едином дизайне, из одинаковых материалов, поэтому чувствуется, что это именно премиальный автомобиль. Далее мы идем к центру каравана. Здесь у нас санузел, с левой стороны отдельная душевая кабина, с такой вот деревянной, с деревянным поддоном, чтобы защитить наш основной поддон. Здесь у нас тоже элементы декора с отдельной подсветкой, сверху освещение, почти тропический душ, ребята старались. Но вот такого формата. Кстати говоря, очень много места. То есть ширину здесь около метра. По глубине не очень много, но с другой стороны, долго намываться ты здесь и не будешь. Ну а напротив у нас находится непосредственно туалет. Здесь у нас туалет от фирмы Tedford с электросмывом, с индикатором заполнения. Туалет у нас поворотный. Находится с правой стороны у нас раковина. Зеркала с отдельной подсветкой. Раковина, кстати говоря, тоже сделана в дизайнерском формате. Ну и снизу под раковиной есть места для хранения. Эта небольшая комната у нас тоже отапливается. Есть решетка радиатора. И также проветривается наверху. Есть люк 40 на 40 сантиметров. Кстати говоря, дверь, ведущая в туалет, у нас является общей дверью. То есть, когда вы открываете туалет, вы закрываете доступ к передней части жилого модуля. Поэтому это очень удобно, очень функционально. Ну а чтобы закрыться уже от второй зоны отдыха, у нас есть специальная дверь купе. Здесь же в районе санузла у нас находится кондиционер, и неспроста. Все дело в том, что эта часть находится ровно по центру жилой зоны, поэтому здесь очень удачно расположился кондиционер. Это у нас сплит-система, которая работает как на охлаждение, так и на отопление. Самое главное, это от фирмы Webasto, знаменитой фирмы, делающей отопители. И тут же внизу раз хочу показать, как выглядят наши скрытые места для хранения. Большинство скрыты ковриками, но вот здесь коврик снят. И выглядит вот таким вот образом. Крышечка, которая дает доступ к такой вот небольшой нише. И вот таких ниш по всему жилому модулю очень и очень много. Поэтому хранить вещи в таком автодоме одно удовольствие. Они не попадаются вам на глаза. И очень легко получить доступ к подобным рундукам. Ну и в конце каравана находится большая королевская кровать. Доступ к ней есть с двух сторон, и с правой, и с левой стороны. Кровать с ортопедическим матрасом, очень комфортная, очень удобная. Ну и здесь все как в настоящей комнате родителей, как я их называю. У каждого есть свой шкафчик для верхней одежды, даже подсветочка внутри имеется. Возле каждого имеются радиаторы, куда выходит тепло. Все это у нас также система отопления Alde. С каждой стороны есть отдельное окошечко и отдельное освещение. Наверху небольшой люк 40 на 40, чтобы попадало естественное освещение. Ну и, конечно, у изголовья такой вот диодный контур плюс несколько плафончиков для того, чтобы могли с комфортом почитать перед сном. Ну а для любителей не читать, а смотреть телевизор, он здесь тоже имеется. Находится в углу данной зоны отдыха. Очень красиво сделан, спрятаны лишние провода, так сказать, интегрирован в данный дизайн. И его можно, конечно же, выдвинуть поближе, чтобы было комфортнее смотреть что-то. И на этом у нас места для хранения не заканчиваются. С каждой стороны у нас есть такой вот небольшой угловой шкаф с отдельным освещением, с дополнительным секретным местом, где можно хранить деньги или золото. И снизу еще пару таких вот полочек. Но это даже еще не самое интересное. Есть скрытые места для хранения. Интегрированы они в ступеньки. Таким вот образом поднимаются. Здесь тоже у нас идет ступенька. И вот туда вы можете убрать какие-то вещи, которыми не будете долго пользоваться. Также есть даже встроенные места под мусорки. Так вот делается. И можно поставить туда пакет и использовать как мусорку. Очень круто, очень функционально. Все продумано до мелочей. Под кроватью тоже есть вот такой вот отсек.
Тут у нас три деления. Ну, а там уже ниже идет доступ к заднему гаражу, к заднему месту для хранения, которое мы с вами видели снаружи. Вот такой вот интересный автодом приехал к нам на площадку. На самом деле он привезен под заказ для определенного клиента, и в продаже его не будет, но каждый из вас при желании и при возможности, конечно же, может заказать подобный автодом. По функционалу это просто люкс-отель. Здесь есть все необходимое. Это полностью автономный автодом, который позволит отдыхать без инфраструктуры. Ну и за счет того, что это автомобиль, скорее всего, вы почти везде проедете. Ну, за исключением, если не учитывать, точнее, длину этого автомобиля. Поэтому приезжайте к нам на площадку, смотрите наши варианты, смотрите наш сайт. Мы будем привозить все новые и новые автодома и прицепы. Поэтому ждем вас у нас. Всего доброго. Путешествуйте.